the strength of the Soviet Union. £5,000 per man should they become the champion with Mark Haitley. Пойду вперед.
здорово сейчас сыграл, производить замену. Посмотрим еще раз этот эпизод. Игра рукой была в ворота. Но там было нарушение советской сборной. Сильный удар издали мимо. Действиями Протасова все-таки тот сумел Терри. Защитник. Цель отдает мяч налево. Борретти навешивает его. В направлении взяли. Как Протасов оказался в штрафной площади. Ну и сейчас, конечно, капитан нашей сборной Ренат Касаев. Угловой. Поздравляет даже с такой удачной игрой в этом эпизоде на длине штрафной площади. Пас. Опасный момент. Касаев должен забрать мяч в руки. Энергичный надо было. Ой-ой-ой, ну хорошо. Передача в направлении Протасова. Михаличенко сейчас. Союза выигрывает у команды Италии. Имела хорошую возможность увеличить счет. Михаличенко. Да. Не отдают инициативы сопернику. Можно бить издали. Сильно. Билайна совершенно. Литовченко. Счет Литовченко. Направляется к своему месту центрального защита. Толченко, аплодисменты зрителей. Прекрасно играет наша команда. Пас Михаличенко. Михаличенко приезжает в эту площадь. Отдает его Ленин. Ленин, но все. Но мяч летит мимо. И я. Футболист отбирает у него мяч. Идут вперед. Передача опасная. Передача для Агустини. Тот еще дальше. Сергей Чеков. Иначе его теперь не называют. Яли промахивается, но был он выгодный. По наших командам в финале европейского первенства. Заваров подхватывает мяч, выходит. Прошел, наверное, правильно. Ну а в этом эпизоде, конечно, просто затеяли. Вот Литовченко сильно бьет мяч. Рикошетом летит в угол, который защищал Осенко. Но Осенко демонстрирует Кукуса в своей площади. Навес на 11-метровую отсетку. Прыгает, сидят уровень Кузнецов. Молодец. Передача Михаличенко, ну, удар, удар, гол, наш выходит. Кто там? Протасов увел, сюда ворвался. И Заваров рвется к воротам итальянской команды, передает мяч Протасову, удар по воротам, 2-0. Финал чемпионата Европы. Как под болгарского радио и телевидения. Вместо него вступает в ужасный поворот, сил взяли, но мяч вроде не ворот, только долетел. Опасный момент. Хорошо сыграл итальянский защитник Заваров, быстро бьет направление Протасова. И он вместо него вступает в борьбу через верховые мячи, угол штрафной площади, поднял теплозок арбитр. И выходит в финал европейского чемпионата, где встретится во второй половине. На встрече с разницей в цене минуты. Разыграет нападающего, отдает мяч налево, дальше Госманову, Госман еще налево, Заварову, Заваров делает попытку Бергоми и будет угловой. Ну вот эти, и кому эти номера нужны. Вот Сашу подают угловой, опасно, Сенков переводит мяч. Вверх вместо правого, здорово закрутил мяч. 50 тысяч, как вы сказали, итальянцы. Болельщиков, вот опасный момент у ворот. Сборной Италии, но отлично, да. Все ждут окончания встречи, последствия против хозяев чемпионата, чего там говорить, но... И наши... Откатили мяч, сильный удар, Настаев уверенно его поймал, но пушечный удар был, таким, знаете, двойным вратарским. Уже и стекло, итальянцы подают мяч, но, может быть, гол престижа забьют, Настаев все-таки дотягивается, молодец, мяч прямо к угловому флажку. На месте левого бросает мяч за боковой, пока между углом штрафной площади и линией ворот атакует свой. Будут выполнять итальянские футболисты. Все это не...